Так уж сложилось, что в Китае празднуется не один Новый год, а целых два. Традиционный 1 января и, соответственно, китайский, дата которого ежегодно меняется. Эта страна настолько интересна своими необычными взглядами на многое привычные нам вещи, что будет не лишним ознакомиться с некоторыми из них, чтобы узнать эту восточную культуру получше. Прежде всего, стоит отметить, что Новый год, отмечаемый китайцами в 2018 году, начинается 16 февраля. Праздничными днями являются практически целые две недели – 16 февраля по 2 марта. Именно в эти дни на улицах Китая можно будет встретить большое количество радостных и нарядных людей, спешащих в гости или домой к родным и близким, чтобы встретить смену не просто года, но и его покровителя, коих в китайском календаре насчитывается 12. Таким образом, начиная с 16 февраля, бразды правления от огненного петуха перейдут к желтой земляной собаке, которая уже и будет задавать настроение всему следующему году. При этом заканчивается китайский Новый год 2018 года 2 марта традиционным праздником фонарей. Традиции празднования Нового года по китайскому календарю в честь пришествия китайского Нового года собаки жители Китая традиционно облачаются в новые красные одежды, будут дарить друг другу подарки, преимущественно красные конверты. Красный цвет – цвет благополучия, привлекает удачу и отпугивает страшное существо, которое по преданию ежегодно появляется именно к Новому году. Поэтому все китайцы стараются провести праздник наиболее шумно, чтобы отпугнуть нечистую силу, которая боится громких звуков, ярких вспышек, салютов и красного цвета.